это реальные продавцы. Реально лобают. А ключи я возьму? У меня тоже очень блюз играть. Я сразу блюз услышал так это. Скатило сразу. У меня предпоследний клип был как раз на это самое. На блюзовую тему. Биби Кинга песенка. Биби Кинга? Ну да. Покойничка, дедушки. Он как живой звучит. Ну это как ставит, как он же сказал, да? Хороший блюз, когда человеку очень хреново. Хорошему человеку хреново. Хреново. Очень. Ладно. Чтобы не подумали, что сюжет подсадной. Можно? Исполняла для нас имя или творческий псевдоним хочется. Ну, просто. Все. Чтобы не подумали, что это подсадной подстава. Вот зашел, увидел, снял все. Честно. Спасибо, до свидания. Ждем лайков.